Я поступаю на актерское искусство. Петь. Так случилось, мужчины ушли. В свои 18 Мария и поет, и танцует, и даже ловко управляет парусом. Все не просто так. С самого детства в сердце живет мечта о большой сцене. Хореографии с 7. А музыкальная школа? Музыкальная школа я пошла пораньше, в 5 лет. Все успел. А парусным спортом? Парусным спортом, можно сказать, с рождения. У меня папа тренер. Больше 500 абитуриентов изъявило желание учиться в Самарском государственном институте культуры. И это цифры только на 13 июля. Приемная кампания в самом разгаре. В этом году за счет средств федеральной казны в институте предусмотрено 235 бюджетных мест. Кроме того, впервые в истории учреждение получило областное инвестирование на еще 28 целевых мест для студентов, которые будут устроены в Самарский театр оперы и балета, филармонию и другие учреждения культуры региона. Конкурс у нас обычно на творческие направления очень большие. Самое популярное направление – это актерское искусство. В этом году тоже чудо не случилось. И на актерское направление больше всех заявлений. Ситуация вот по сравнению с тем годом лучше. То есть мы видим просто по общему количеству, что заявлений уже больше. Беспрецедентные меры поддержки в этом году со стороны Самарского региона и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. В этом году впервые проходит целевой прием по специальности актерское искусство совместно с театром-студией «Грань», известность которой давно шагнула за пределы Самарского региона. Мастером курса станет ее художественный руководитель Денис Бакурадзе. Студенты попадут на практику в реальный театр уже с первого курса. Отдельное направление – программы магистратуры. Их посвятят управлению музейно-выставочной деятельностью, проектам в креативных индустриях, сценических искусствах, а также в сфере культуры и туризма. Впервые одно из направлений полностью перейдет в онлайн. Экспертами выступят ведущие специалисты Москвы и Санкт-Петербурга. Все условия создаются для того, чтобы вчерашние школьники не покидали родной регион, а выбирали высшие учебные заведения в Самаре. На выбор выпускникам здесь 24 вуза. Куда-то хочется уехать, вот куда-то им хочется. То есть на берегу Великой Русской реки Волги самый красивый город – это город Самар. Он в Средней Волге находится, он хорошо так расположен, он красивый. Мы заинтересованы лучших выпускников школ задержать в нашем регионе. В хорошем смысле этого слова – задержать. Надо делать все, чтобы не хотелось куда-то ехать. Вот другое дело, человек закончил бакалавриат. Вот он дальше хочет, выбрал себе такую специальность, которой в городе нет. В этом году всем поступившим в самарские вузы область выплатит по 10 тысяч рублей. На эти нужды выделено более 140 миллионов рублей областного бюджета. Подать документы абитуриенты могут лично или дистанционно через личный кабинет на сайте вуза или сервис госуслуги. Мария Левина, Николай Епифанов. События.